Губернатор Сергей Морозов раскритиковал работу транспорта и предложил министрам и экзамам пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Однако на этот раз глава региона имел в виду не городской транспорт, а внутриобластные маршруты. Представители правительства отправились прямиком на автовокзал, откуда уехали в районы, которые они курируют. Так министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин уехал в Инзу, чтобы на себе ощутить все прелести дальней дороги и пообщаться с людьми. Состояние подвижного состава мы оцениваем как хорошее. Мы на автовокзале регулярно проводим рейды по качеству именно подвижного состава. И те автобусы, которые не отвечают современным требованиям, мы к перевозкам не допускаем. Уже 6 человек воспользовались услугами общественного транспорта. Заодно пассажиры обратили внимание на качество подвижного состава, чистоту салона, расписание рейсов, а также культуру обслуживания пассажиров. Обнаружены существенные недостатки. Часто встречается неисправность ремней безопасности. У многих машин обнаружена ржавчина на кузове, сплошь и рядом превышение допустимой вместимости пассажиров. При этом отношение к пассажирам доброжелательное. Юзель Пынзарь живет в Ульяновске, но учится в Пензе, поэтому ей часто приходится ездить на рейсовом автобусе. Водитель всегда хорошо относится. Предупреждает, сколько будет стоянка. Нареканий, в принципе, у вас нет? Ну, у меня нет. Дороги и общественный транспорт – это жизненно важные вопросы для региона. Сегодня на повестке дня правительства – внедрение системы ГЛОНАСС и обновление подвижного состава. Так, для повышения качества транспортного обслуживания в Ульяновске и Димитровграде планируется приобрести 250 автобусов отечественного производства. Первые машины пустят на улицы областного центра уже в этом году. Полная реализация проекта рассчитана до 2022 года. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.